Все говорят о самых горячих парнях. Международный феномен. Они продают миллионы пластинок, но их волосы настоящие. Сейчас их не остановить. Танцоры, которые даже петь не умели. Лжецы, поющие под фонограмму. Мы были главными звездами планеты. И знаете почему? Потому что давали вам то, чего вы хотели. Они думают, кто такие Мили Ванили? Звучит как название группы. Волосы, чувак. Для певцов я... Запишем только нашу версию песни. Можем попробовать спеть, но пока ты фронтмен. Вот что такое шоу-бизнес. Голоса — вот в чем разница. Думаете, каждый смог бы делать то, что мы? Это наши голоса. Что это за район? Надо выйти к публике, признаться. Посторонние никогда не поймут этот бизнес. Мы врем друзьям, семьям. Музыка была фантастическая. Видео и шоу были отличными. Они пели «Я обожал Мили Ванили». Так в чем проблема? Навсегда. Пора познакомиться с настоящими Мили Ванили.